Hey, this video will be about our hiking expedition in the mountains of Armenia. Armenia is a country of the Caucasus, friendly to Russia. My friends Lena, Serozha and I really love hiking, and we will show you the features of Russian hiking life. Мы потеряли Серёжу. Покажи просторы, мы вообще не просто. Холодно, капец вообще. Он сказал, что будет летний поход. And the incredible beauty of nature in Armenia. There will be a lot of interesting Russian dialogue in this video, so turn on subtitles. Фокус, давай фокус. Фокусируйся. It all started in Yerevan. We went to the local store to buy groceries for the entire 5 days trek. А вон, смотрите, печеньки, ребят. Печеньки! Это прикольно. Может, какие взять? Нет, цикотовые. Арарат, 0,5. We want products that are lightweight, don't spoil and cooked quickly. Ну ладно, давайте возьмем гречу, если вы так ее хотите. А что, ну вот что ты еще предлагаешь попробовать? Ну да, ладно, давайте гречу вашу. Cereals, freeze-dried, meat, cheese, bread, and not vegetables and not fruits. And some local products, Armenian lavash, basturma, cheese, and spices. Мяско. Что это? Чье? Это бастурма, вот это специи, и, короче, вот оно прям хорошо. Загрузились. Когда мы с Серёжей обсуждали про поход в Армению в целом, я почему-то думала, что мы едем в жаркую страну, ну это априори, да? И у меня две вещи теплые, только две. Просто больше нет. We didn't have a time to leave the outskirts of the city. Local man stopped us. Все нормально. And treated to cherries from his garden from the heart and wished us a good trip. Armenians are very hospitable people. Я правильно понимаю, что нам надо вот сюда дойти и поставить палатку? Ну как решим, так и будет. And we didn't have a time to go on foot, the another Armenian just forced us to agree that he pick us up. We arrived at a very beautiful place, Symphony of Stones. It's a set of basalt pillars located in the Garni Gorge in Armenia. Такое наше симпатичное местечко. We got to the first place where we will pitch our camp. Надо мешать, наверное. Ну, я все сделаю. Ну, что ты, что, мы же бабы, мы же готовить должны. Ну, вот, он же сам перестает. Поссоримся, сейчас я возьму у меня соль и буду через плечо кидать. Иногда обедаешь, ну, как ты же берешь воду, вот я с утра беру много воды, зачем, чтобы обед сварить. Вот, если ты обедаешь, рядом. Ну, здесь там нам не надо, в принципе. Это ночевать вот обязательно, где вода есть, а так-то обед не обязательно, где вода. Ужин, готовим ужин. Да, а потом будем голодать. Да, я поняла. Что, прям, да? Ну вот, смотри, вот у нас будет ужин и все. Угу. Ну да, и это. Ну и чай. Ну и чай. Вот, ну, и коньяк. Это сейчас у нас там лепешечка, мясо там. Может, мы побережем что-нибудь? Нет, она заплеснет просто. Да. Мы едим! Давай, ю-ху! Там эта помидорка была наша.
Да, помидорка где-то проходила мимо. Нож у нас. Зачем? Отламываюсь. Отламываюсь. Кого? Помидорку. Помидорку отламывать очень сложно. Откусываюсь. И передавай по кругу. Помидорка дружбы. Это вот это снимать надо, Таня. Такая он не снимается у меня. У нас палатка открыта, да, на всеобщее заползание. Да, кстати. Плохая была идея. Потом решат, что русские алкоголики. Горелка дохуя. 6 косарей. А мы отдыхаем. А он Серега. Холодно, мерз. We are going to sleep. Ура! I'm too. I'm to sleep. I'm to sleep. Спаченьки. Вот да? Как надо, то есть ну, все поверили. Good morning. Чаёк это хорошо. Чаю, да, заварили? Не-не, в смысле, вам кофеец, а мне сколько чаю. Значит, мы идем к водопадам. Сколько нам идти? Ну, мы, может, забьем на крепость, пойдем потом от водопадов сразу в город. Это 11 километров пока, а там посмотрим. До водопадов, да? Начало второго дня, на счетчике 22 километра откуда-то. Возможно, начальная высота 1400. Все. 8.33, мы стартуем. Погнали! Пойдем купаться. Очень холодно. Очень холодно. Очень холодно, смотрите. Промусила горох. И сказала деду. Нет, давай, давай, давай. Баба сеяла горох. Баба сеяла горох. И сказала деду. Плавает. Здесь мы перейдем по цепочку, мы скатимся. Видишь, что все сыпется. Пошел вниз. Да, теперь я понимаю, почему те чуваки сказали, куда вы пошли? Вы идиоты. No, we are Russian. Вон там вроде какой-то визуальный конец. Серёжа, ты где? Я здесь. Еле стою. Здесь что, кто-то живет? Офигеть, о, креслечко. Поднимешься, думаешь, здесь никого? Что только ты такой вот это все преодолел. Ради того, чтобы посмотреть на такую красоту. Поднимаешься здесь, а здесь люди. Что за фигня? Давайте, садитесь, отдышимся, что там. Оставайте. Я постою, and as always, when we meet Armenians, they invite us and treat us. За нашу сторону. Я с вами кулачочком. Вот оно, армянское гостеприимство. Я не могу. Нам еще подниматься. Маленький брат и день рождения. Ну вот. Пить меньше. Сколько у нас воды? Пока литра 4 есть. Малейкум салам. Это он, да? While our hold, a local resident caught up with us. А вы куда?
А я туда, где никто нету. А зачем вам лопата? Лопата зачем ведет с собой вообще-то? Человек, подумай. Не знаю, что-то копать. Ну, копать или... Закапывает. Закапывает или... Нет, воду должен вести. На... Вот, вот этот бутик. Представляете, мы там Турция. Не, я просто хочу вот эту луну быстренько снять, пока она крупненькая еще, пока она не уменьшилась. Я не думала, что у меня лайф. О, смотри. Блин, птичку в полете. О, шикарно. А я птичка, все в полете. Все. Ну, в общем, в идеале мы сегодня доходим до озера Ванг. Это 14 километров, 900 метров подъема. Мы сейчас на какой высоте? 1900. Ну, неплохо. 14 км. Легко! Здесь мы обязательно встретим солнце поклонников езидов. Езиды очень гостеприимный, колоритный и приятный народ. Они целыми семьями на летом уезжают на просторы гигантского плато. Это, видимо, вот это. Где живут в больших палатках с металлической печкой посередине. Хм. Мне кажется, вот эти камни, вот они посередине, внутри этих камней ставят палатку. Угу. Просто, видимо, они сейчас живут не там, где мы идем. Жарко только. Жарко, потому что нету никаких деревьев, никуда не спрятаться. Летают какие-то голодные птицы. Над нами. Они просто ждут. На равнине. Сейчас мы поднимемся вот на вот этот холм и посмотрим, что там будет. Новый холм или же мы увидим наше озеро, куда мы идем сегодня. А, блин, вы так лежите, как будто бы вы не шли только что. Конечно, дофига километров. Просто. Это кому-то в кайф тут долго ходить, а мы хоп и все. Дело. Мы не из тех, кто любит растягивать удовольствие. Я могу тебе предложить пару килограммчиков своего рюкзака, если тебе так нравится. Сейчас должно быть озеро. Ура, мы пришли. Офигеть. Лучше, конечно, чтобы без склона, Сереж. Прикольно, вон там вот они пасутся вообще. Ага. Клевенькие такие. Что-то мы так устали. Очень. Сейчас нашли место для ночевки, вроде как. Мы с 8 утра на ногах. А сейчас сколько? 6:30. И мы не обедали. Сколько мы прошли где-то? Ну, 14, наверное. 14 километров под тяжелыми рюкзаками. Это более чем достаточно. Еще и наверх. И
что-то как-то ветер подул. И какие-то тучи странные. Покажи, Арарат. Может быть. During the whole expedition, Сережа was very fond of looking at Ararat. А вон Арарат. Ну, я надеюсь, что вы видите, вот прямо за Таней Арарат виднеется. Арарат. И где ты тут, Арарат, ребятки? Холодно, капец вообще. Он сказал, что будет летний поход. Поэтому я взяла одну кофту. Одну. Я открыл вентиляцию. Да, чтобы не стакнулся. Закрой, пожалуйста, все, так же. До этого было очень жарко, а сейчас вот вдруг стало холодно. И может быть даже дальше будет еще холоднее. In the morning we moved out and almost immediately met the locals who treated us to lavash and cheese. Спасибо. Спасибо. Вот орешки, ее только орешки и движут. Тань, смотри, вот уже. Близко. Давай, давай, давай. Что скажешь? О, орешечек. Орешечек. Ваше впечатление. Это капец. Тяжело. Но хорошо, что хотя бы сегодня облака. И я не знаю, может быть, потому что просто накачался, но рюкзак как-то сейчас полегче стал. Может, потому что уже накачал мышцу, ну и плюс еще съели еду немножко. Горный снег. Какая-то. Мы потеряли Сережу. Ты покажи просторы, мы вообще не просто. Давай крикнем, мы тебя не видим вместе. Три, четыре. Мы тебя не видим! И кто-то найдет эту камеру рядом с тремя, с двумя скелетами. И третий еще где-то. А, вон он идет, вон он. Видишь? Я его вижу. Где подписчики Татьяны? Я человек-пенка. Вы были на пенной вечеринке? Вот она так выглядит, когда люди выходят такие, вау! Им классно. Вот. Берите с собой в горы крем. Не 40-30, а 90+. Дошли до высокой точки самой, после которой мы будем уже спускаться. Вот. Сережа, тебе помочь что-нибудь? Сегодня мы здесь заночуем. Завтра сходим в радиалку, в кратер вулкана. Вот. Потом переночуем. Сережа предлагает переночевать здесь еще раз. Все ваши там уже, да? Может, подоить? Молочко будет на вечер. Всем привет!
Сегодня была очень холодная ночь. Очень холодно. Сейчас 6 утра. Серега встал в 5, чтобы приготовить завтрак. 5:30. Макарошки с мясом, макарошки с мясом. Видели с утра макароны с мясом? After the breakfast, we went to the highest point, Mount Ashdag, an extinct volcano. Очень тяжело. Дует холодный ветер. Светит солнце, правда, но ветер продувает. Наша палатка. А вот с этой стороны озеро. Кратер. Здесь озеро и ледник. И когда он тает, озеро становится чуть-чуть побольше. Мы забрались на самую высокую точку нашего похода. Нет? Похода. Ну, именно, мы же сюда не пойдем или пойдем? А, ну, черт. Ладно. We have finally reached the highest point of our trek. The altitude is almost 3,600 meters. There are incredible, beautiful views. Subscribe to the Russian blog, write in the comments what do you think about this travel format, and if you want to hiking with us, let me know.